Удачи. По правилам проекта в опорном прыжке может быть несколько попыток. Но каждый участник решает сам, делать ему повторный прыжок или нет. Маша Кожевникова сделала одну единственную попытку. Маша, означает это, что ты считаешь именно эту попытку самой для себя удачной? Я скажу так, всегда можно сделать лучше, но я считаю для себя это удачной попыткой. А что лучше? Что можно было сделать лучше в форме этого прыжка? Что можно было сделать лучше? Выше, ну-ка, скажи. Чуть-чуть выпрыгнуть. Куда выше? Ну ты же на голове стояла. С головы толкнуться? Ну ты же говоришь, что у тебя был бандаж. С чего же толкаться тогда? Ну... С бандажа? Конечно, можно сделать лучше, но на сегодняшний день я считаю, что вы сделали очень прилично, потому что у вас стопы были вытянуты, группировка была хорошая, выпрыгнули вы на достаточную высоту, сумели прогнуться, сумели вытянуть ноги, приземлились аккуратно и чисто, 10 баллов. 10 баллов. Это нереальная оценка. Как же она переживает, Маша, вы такая ответственная. Вы просто невероятная какая-то девушка. При всей своей самодостаточности, как актрисы, и как человека, как личности, вы могли бы уже на все это наплевать и к этому относиться. Вы меня восхищаете своим отношением. И заодно только это, не говоря уже о виртуозном прыжке, по-моему, 10 баллов. Ам! Ам! Ирина Родина. Нет, есть вещи неизменные. Машенька, присоединяюсь к всем добрым словам, которые были сказаны в твой адрес. Знаю тебя по многим моментам. 9 баллов. 9 отродено очень высоко. И Владимир Винокур. Во-первых, прогнулась, ты помнишь, вытянула ноги. Вот. Все нормально. И потом человек, который почти каждый день видит Жириновского, так прыгнуть. 10 баллов. И тогда возникает один вопрос. 39 – это потрясающий результат, тем более на таком снаряде, который труден. И Маша о нем уже все сказала. Почему сейчас, вот вы слыша оценку 10, от Винер сказали нереальная оценка? Это правда нереально, потому что я просто преклоняюсь перед спортсменами спортивной гимнастики. Это настолько травматично. Каждый, вот, знаете, у меня просто так получилось, что мне постелили не тот мат. И он проскользнул мимо рук, и я упала на шею. Поэтому это настолько травматично. Я просто вот низкий поклон всем спортивным гимнастам. Вообще всем спортсменам за их труд. Но вы большущий молодец. 39. Оценка непредвзятая. Оценка сурового жюри. И для четвертьфинала очень-очень хорошая.